сегодня еще одна завершающая покатуха. Тут собрали серьезные завершатели покатух. Проходит она сейчас у нас возле... Ну, это же обычно, это не на тибусах, причем сейчас он на задке выезжает, да? Тоже... А, не, это тибусный, по-моему, или нет? Не, не тибус. Тоже на задке приехал. Ой, мягко, как. Тихо, блин, я точно, я не пристегнулся. Опять я полез. Нет, тут пробный круг. Пойдешь на вторую. Не, на вторую. Не пойду, блядь. Сел посидеть в машину, чтобы спина не болела. Так началось. Газа. И трасса, они же с каждой минутой все интереснее. Ого. Подъявы гарантированы 100%. Поехали. Кстати, вижу, да, вот ребята подъезжают на видео. Такими классами, с тупорными сверху. А, это снизу, да, рога. Я думал, мне показалось, но не показалось. Так, друзья, да, приветствуем, даже олени сегодня к нам приехали. Как всегда, у спортсменов в душе есть настоящая пунктуальность. Приезжают прям вовремя, минуту в минуту. Я вижу, за последние 5 минут всех. Друзья, регистрация у нас продолжается. Регистрация у нас проходит. Регистрация проходит, друзья. Спасибо. Новогодняя Навара приехала такая чистая. Ну, она еще пока и чистая, в принципе, вопросительно и чистая, друзья. Да, пока еще. Машка, привет. Привет. Ты быстрый? На заднем приводе, морда не работает. Виделись. А, я еще прямой эфир снимал в машине. Да. Там можно послушать. Еще один Санта приехал к нам в Крыму. Порвал уже Макс с приехал на покатуху. Дайте я сниму этого парня. В наряде это вряд ли, что будет. А что наряд? Ты в костюме бизнесмена? Я же как бы на награждение приехал уже. Пошел в азарт и потом пошло. Поэтому мы ждем, что Макс сегодня тоже поучаствует. Да я не знаю. Сначала поеду, переоденусь. Я же на Discovery. Так, ну что, тогда давайте с вами сразу поговорим. Мы даем три попытки. О, все, началось. Три попытки, чтобы было так, по-честному. Маловато. Вы там проводите на пробу, второе там улучшаете время, третье у вас будет конечный, с помощью которого мы выявим того победителя, который победит самый лучший костюм. Давай. Также есть еще ценный приз за самый украшенный автомобиль. У кого этот автомобиль окажется самым украшенным нарядом, он получает нашу первую инсапку от вас на место. Чем? Поэтому, ну что, у нас в принципе время уже стартовать. Кто зарегистрировался, может, кто не зарегистрировался, подойти к Анатолию. Он будет вас фиксировать на старте. К этому дереву можем подъезжать, кто готов на старт. Ну что, потихонечку начинаем наше маленькое соревнование. Потом после всего соревнования... Короче, вы первые по трассе пойдете. Вы по трассе первые идете. Привет, Паш. Привет. Я тебе бриллианты. Всем хороших гонок, всем отличного настроения. Браво. Всем хороших приветствий на наших праздниках, друзья. Тихо.
Паша, приклей только. Я четыре. Это натуральные рубины. Потому что это от подписчика и кореша, да, сказали, что крест без рубинов, это не крест. Ну да, бриллиантов побольше. Спасибо. Что без очереди? Привет, с наступающим. Так что, получилось? Получилось? Да. Звери Мадагаскар пишет. Привет. Короче, еще надо какой-то план отдубасить какого-то джипера с этими игрушками. Блин, музон, забаня. Надо туда куда-то идти. Песня про крошку енота, да? Или бобра? Ну, когда-то енот стартовал, да? Да хватит бухать, называется. Енот стартует. Блин, музончик этот, зараза, не в тему. Надо попросить, чтобы сделали потише, а то забанят, блин, видео. Типа, нет, я не такой. Да только одним глазком, да только я посмотрю. Я даже за руль садиться не буду, да? Бам! И это еще не на тибусах велик. Опытный из прыжка. Как-то так вот работать не очень стабильно, то глохнет, то сильно низкие холостые обороты. И это самое. И ездили, а сейчас все хуже. И, блин, поехали, короче, на сервис. Сказали $2000 там форсунки на менять. А ты им такой, сколько? Я поехал, купил 2 баллона карбоклинера, разобрал там все патрубки, перечистил, перемыл, завел. Она сама отрегулировала дроссель. Сейчас отлично. Надо было просто это самое, 500 гривен. Патрубки снять, поставить. Ну, я еще, конечно, открыл воздухан туда, на заведенный. Так оно еще, наверное, не выкачало карбоклинер, поэтому стабильно работает. Да не, машина... Когда пары кончатся... Это Mitsubishi, который спорт. Комментить же надо. Комментить, да. И список такой, распечатку, знаешь, как у этих, у японцев были в Перл-Харборе, все корабли подписаны. Да я и говорю, учи машину. Матчасть изучай, да? Ух ты, ля, как он зашел. Ну, красиво, он сразу к нам сюда, на второй круг. Блин, хорошо, что не там я запарковался. Блин, посмотри, он не может остановиться. На второй круг сразу, да? Да, да, не прогревает. Паджеро знает, что творит? Дэн ему не говорил, как прыгать трамплин? Конечно, не говорил, у Дэна бамперов столько на продажу. Блин, музон этот, конечно, не в тему. Музон не в тему, говорю. Музон, выключите. А заходит. Я ищу себе просто достойный конкурент. Конкурента, да. Вот он. И умчался, да. Педаль газа ногу сбрасывает, видите, так что поворотик туда, разгоняюсь, первая повышенная, только, ну, там... На, наверх там же, вниз, да, и наверх. Там такие два дерева, они четко стоят, вот УАЗик проходит. Вот. Короче, у Макса с лица квадратик не сходит, Тойота. Сони распознает счастливые лица. Когда ты разговариваешь про оффроуд, ну, то есть оно, когда человек улыбается, типа, оно делает фотку. А на какой-то машине, навожу на машину, она так на два колеса, чик-чик, типа, счастливые лица. Счастливые колеса. Ой. Оба, всем приготовиться. Я думал, не будет. Не, я про термита. А, про термита.
Рукой не помахал. Что за человек такой? Ехал, пытался включить, что не получается. Так, а ты попробуй ее на нейтралке включать, а не на ходу. Я пробовал, на нейтралке не получается. У меня, короче, знакомый, когда на таком Discovery, когда их только выпустили, заехал в лес, застрял, все что-то там подкладывают ветки, там кратят, а он сидит инструкцию на английском, читает, как что включить. Как, что надо нажимать, когда заехал на бездорожье, да? Да, да. Он говорит, да я не включал никогда его. Говорю, что ты делал? Считаю. Ты что, не знаешь как? Он говорит, нет. Нормально. Там типа... Всем приготовиться. Так, тут еще и бежать надо, если что. Да. В принципе, надо за ним бежать всю дорогу, я думаю, будет интересно. Прыгнуло очень хорошо. Забыла закрыть, сейчас я грязи туда насыпем. Он уже что-то термит поджег, что-то пока там, ехал. Да, я тебе скажу, что в принципе Макс. Макс, надо брать. Какие-то звуки непонятные. Нет, полосы, да. Донат почему. Ну да. Прыгать, как думаешь? Я думаю, нет. Первый и последний. Блин, ничего не есть. Смотри, как грязь летит всю дорогу над кабиной. Что-то газон напомнил по ходу подъезда. Газон так идет. Мне кажется, что может перевернуть какой-то, он такой узкий, сильно высокий. Что-то совсем... Сломался? Ресурс закончился. Батарейки сильно. Идем глумиться. Если так, то да. Батарейка села. Ух, блядь. Нет, смотри, топливо или что-то такое, это, или масса. Угу. Топливо или масса, что-то там явно будет. Чего-то не хватает. Бак не может не пускать топливо. Бак или что-то такое, смотри, потому что ты залог там за один момент. Да не, в баку я крышку проебал. Датчик вчера. Этого самого. Там все должно быть. Датчик. Насос не гудит? Только что гудел. Ну может он держит давление. А ты говоришь, у тебя УАЗик уезжал. Не, ну он на стартер просто что-то отскакивает. Не, он заводится с полтычка вообще. Не похоже. Он как ни в зацепление не входит, да. Стартер надо просто на 3-5 оборотов больше двигателя. Так, а его типа откидывает стартер, впечатление такое. Его, по-моему, откидывает, да. Он не оно зацепление. Только начинает крутиться мотор и сразу отбивает. Нет, вопрос в том, что она все равно заводилась полчаса. Ну, ты видишь, она сейчас не крутится. Сейчас вообще стартер. Не отпускай, держи.
Нет, так он сам отбивается. Бендикс. Да не, ну оно уж заглохло не из-за бендикса, это самое. Оно не заводится. Если бы оторвал трубку, тёк бы бензин на пол. Ну, запах выхлопа есть такой, типа бензин, наверное, поступает. Такой летний вариант. Крышки не было? Вчера проебал. На заправке оставил. Так что, может, с трассы откатим? Давай, наверное, его откатим, да. На финиш сразу? Да. Давай, скатим его, все толканем его. Нейтрал, ты у человека спроси, может он хочет, чтобы мы дотолкали до финиша. Ну, впечатление такое, что это самое. На продажу поехал, да? Так что вы на финиш все-таки? Это самое. Ты посмотри, где-то вот разъемы на двигателе. Может, слетел какой-то, типа там, датчик положения коленвала, распредвала. Да. Скорее всего, что где-то какой-то датчик отпал. Потому что она ехала-ехала и заглохла. Ну да, это или что-то... Олег рядом сидит. Рядом, да? Только масенький радиатор хватает. Это родной больной. Хотя тут греться не будет. Все открыто. Да, вот вернёт ему. А ки посоху, блин, ну опасно едут, конечно, такая скорость. Так а что тут ровно, а там тормозит надо. Ну так. Нормально телепадает. Нажми газ пол и покрути, может быть, прочхаться ему надо. А там инжектор. Дрочер открыть. Такое впечатление. Сейчас что-то и прихватывать перестал. Его протащить. Не. На передачу, может, заведем. Так смотри, пузыри вон есть в этом. Или это обратка, или это подача. Это сапунчик, типа. А заглох как он? Сразу? Ехал и заглох. Леня, вдруг откуда ни возьмись. Не. Появился Леонид. Не стоит, а то если бахнет с глушителя, куртку сорвет. Может, блядь, бензин поражаться. Может, кстати, и бензина не будет такое, да? Я вчера заправил. Может, за ночь слили. Возьми палку. Да нет, что-то возьми с дерева, с той стороны это блинное. Да? Ты бы, наверное, в гаражах бенз. Алло. Да эту несу я, то потом еще будешь ее с фильтра ловить. Ты поболтай и послушай, бофтает или нет. Да нет, там пустой бак. Поперек. Не, что-то шатается. Поперек. Бофтает, есть. Не, видно, есть. Так оно может болтать. Да не, ну все равно было бы. А давай в разные стороны. Не, ну я вчера да, залил, нормально. Залил полный бак, оно было аж вот здесь, когда шатается оно. Ну булькает же есть. Не, ну булькает, и вон на этой самой. Можно, есть. Смотри, поднять за передние колеса и посмотреть, будет выливаться через горло. Паша, давай вдвоем. Сейчас бензин размешали с водой, должно завести. Я знаю один метод, но не все поддержат. Капнуть в этот, во впустой коллектор бензина чуть-чуть.
не, это что-то не то пальтом. Ну что, можно еще спичку? Надо или трясти, или шатать. За инструментом посмотрим. Так давай туда катить, будешь тут стоять один. Макс, ты попроси, чтобы Яна вышла, посмотрела, или стопы горят. Говорю, попроси, чтобы Яна вышла, посмотрела, или стопы светятся. Паша! А ты быстро уезжаешь. Я? Почему? Пристегивай. Бампер, смотри, как играет. Оба. Это передалось. Говорю, бампер, смотри, какой четненький. Как бритва. Смотри, колесо порежет. Говорили, что ли? Да тут что-то электромагнитный импульс запустил. Там самое интересное происходит. Там лежите, там хорошо. Ну блин, подпрыгнул. Сестра таланта. Яна, как ты борешься с музоном на канале? Блин, бережет, я тебе скажу. Я не знаю, кто более доволен, Яна или Макс. Я думаю, уже все, надо заканчивать. Макс. Все-таки не в прыжках дело, да, Макс? Нет, это все-таки... Не, можно было получше, если без Иванки, потому что... И это ж не на газике. Это камень зацепил, блин. Да ты проверь, ты не привез его. Ты когда вот здесь поворачивал, получается, колеса, они крутились. Они сами по себе подлетели, как зашли. Я думаю, сейчас вообще разъедется мосты в разные стороны. О, нормально. Что-то Лёня ничего не говорит по этому поводу. Наоборот, надо всем объявлять. Будешь отыгрываться? Надо объявлять. А вон еще один участок. Давай. А ты как легендарный будешь или нет? Два радиатора мы... Легендарный приехал? Нет, тогда мы с ним ехали. Саня, обосрали такого парня. Короче, Макс на втором месте пока что. Чем это он? Давай, догоняй. Не, Саня, сразу на финиш едь, не надо туда. Вот так разворачивайся и финишируй. Саня, остановись. Только цепляй ему туда и... Так что ты мчишь? О, вон и Валерик приехал. Валерик, подъезжай на старт. Кто только что сказал слово Валерик? Валер, Сан-Юанги заезжают, давай. Только что вспоминали твой прошлый... Вот это грязюка. Натя, муж передал камеру. Не, я побежал. Нечего. Я в любую крути. Не в ту крути. Гуль, пускай. Блин, с этими песнями. Первый сел. Кто здесь? Блин, ну ты тепленький какой. Здорово. Что это?
Я даже забыл, что его надо снимать. Вот, смотри, смотри, смотри. Кадры. Что? Пошел по рукам, смотри. Блин, как все застрял здороваться, а? Чаще приезжай, слышь, мне что-то Блин, как я заскучился. Зайчик, как всего? Добрый день. Ай, но! Я хоть поцеловаю. А, это бокс? Короче, я предложил Юле подоминировать над Валерой. Егор приготовился, он тоже, наверное, будет без прыжка. Вот там в тумане еще появляется машина. Конечно, блин, надо дубасить. Макса не догнать. Шикардос, да? Надо, чтобы он один ездил. Вперед-назад, да? А тут еще. Я тоже так могу. Смотрите, кто приехал. Дорого. Ну, один раз, дорого, да? Да. Мы же сделали с тобой, когда ты... Да. Вот она, тачка. Добрый день, ребятки, всех с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья. Да, я это все вам желаю. На канале моего дружбана, Бородача. Ну, хоть на этом канале все равно подписчиков больше. Я хочу, чтобы в этом Новом году у вас было все. Надо этот звук убрать, а то забанят, блин, этот YouTube. Все, что вам было. Вот, вы себе пожелали, там это раз, оно и сбылось. Только смотрите, не стесняйтесь, желайте себе и достигайте своей цели. До встречи в новом году. Я еду на Водохрещение в Карпаты. У меня на этот год... Будешь нырять за квадрокоптером? Есть планы. Планы, я хочу сказать... Я их долго вынашивал, а мне мешала работа. Так, но подожди, я думаю, сейчас все решится. Починишь Нику? Новым годом! Блин, там прыгает. Ух ты. Ну, скажи. 3,9 мили, да? Смотри, на санках как приехал. Макс приехал на второе место. Дерево близко. В прошлом году первое место у Макса было. Ну так он все машины, бля, посмотри, что творит. Ох и творит. Вот она резина. Ох, шайтан, арба. Его в первый раз. Нет, а он уже второй раз? Все, есть. Его приостанавливало. Смотри, запортировалось обратно, блин. Сейчас никого нет в машине. Так что, разулось? Ну не, вот оно разулось, и оно запортировалось само. И накачалось. Бывает такое. Сейчас у него... Исполняет. Ты думаешь, это будет? Да. Блин, Макс такой, что может быть вполне. Аварийка включит сигналы. Поворот. Блин, видел, как подскочил сзади. Колесо весь полуслышал. Уже все. Не, уже чувствует. Разбортировалось. Сорвалось, может. Поэтому так медленно ехать. Качай! Качать капитана! А там мясо готово. Да не, оно просто выстрелило и обратно застрельнуло. И да, друзья, к нам на праздник явился сам... Так он же еще на тибусах, на порталах? Да. Когда BMW сюда буржуйку поставили покрышку в кино. Не, ну можно поддымливать чем-нибудь таким, типа. Как тебе такое, Илон Маск? И это, два мотора на электровелосипеда поставить, да? Не, наоборот, чтобы дымило черным дизелем. Нет, ты понял. Ну, дымило. Давай еще. Чтобы они погромче кричали, давай. Ура! 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 Что
Что-то там нас нашлепали, а дальше продолжения нет. Так, давай. Ну, все-таки это костюм не наездишь, да? Попа как орех. Выключи камеру пока. Не-не! Валера, Валеру цель. Слепой, ослепленный жаждой блогерства. С музыкой, эта музыка, наверное, будет во всех этих, вот такая новогодняя колесница, штрих-коды, тачки из США. Вот, пожалуйста, вот Бойерна, Пашка, вот кушает. Это история. Да, это история. Снимает всякую ерунду. В рту печет, а в руке не печет. Да, вот видишь, как он кушает хорошо. Пашка любит кока-колу, особенно в Таисе. Ребята, Джеймис. Я вообще не знаю. Ребята, Джеймис, он будете? Нет. Я за рулем. А вот этот свете кока-колу не пенеси. Снимай картошку на вилке. В каждом живет блогер, я еще. Снимай картошку, вилки и кушай. А у Прохана. О! Я не, блядь, там. Да, друзья, мы продолжаем дальше. Наше соревнование продолжается. Вижу, что у нас много-много заездов продолжаются дальше. Кстати, сейчас... Выключай. Да, я выключаю. Не буду выключать. У меня есть, я, кстати, с огромной радостью. Ну, долго зарезать потом просто. Да вот человек, который снимает все эти блоги. Не конкурса. Вот, пожалуйста. Вот Паша Мазай. Пожалуйста, подходите. Бобры его ненавидят. Бобры ненавидят. Вот так вот происходит самое. Вот эта видеосъемка. Так, выбираем, что здесь у нас. Вау, класс. Вы тоже подходите, выбирайте, кстати, да. Давайте посмотрим, выбираем, что здесь. Потом человек режет, да все. Ну вот он, вот этот человек, вот. Так, ребята, вот этот человек, вот. Музыку. Кто с нами в теме, ребят? Кто будет участвовать в... Так, все, кто у нас в костюмах, подходите. Собака не участвует. Мы вместе решим, у кого самый шикарный. Так, а машину вези тоже, это самое, у тебя же брендированная. Собака на... Нет, Милка. Нашего Константина Кораблева мы тоже попросили сюда спуститься. Ну, не спуститься, как говорится, отдать мне микрофон, потому что у меня сегодня тоже такой интересный вопрос. А вот этим ребятам в костюме блогера участвуют? Точно, что они Д'Артаньян. А меня? Так, смотрите, какая у нас такая интересная команда собралась. Я не знаю, здесь половина какого-то мультипликационного зверинца. Да, мы можем фильмы уже снимать какой-то. Украинский телесериал сделать именно. Звери во Фройде будет какой-то поворот. И на заднем фоне у нас елочка как раз. Ну, вообще, все шикарно. Новый год такой Валер, должен быть. Так, для композиции Дед Мороз и Снегурочка, не так прячься такое. Там возле машины. Становись на колени, давайте, на четвереньки. А Юля на тебя ногу поставит. Все, есть у нас здесь и Снегурочка, есть. Валера станет на четвереньки, а ты ноги поставишь, ногу на него поставишь. Давай, Валера. Заодно у нас фотосессия маленькая пройдет. Так, ну что? Она потом еще сверху залезет. Поучаствуй. Костюм у нас сегодня оказался самым ярким и самым неординарным.
неординарным. Костюм извращенца. Я, наверное, сделаю так. Мы выберем три костюма, которые, по вашему мнению, окажутся самыми интересными, и мы за них потом проголосуем. Правильно? А я за костюм старика Хаттабыча. Так, ну что, знаете, ну, как всегда, неудобно каждого кого-то обойти стороной и выбрать всех. Но нужно это сделать. Это все-таки надо делать. Давайте сделаем так. Вот и правда, самое правильное решение будет. По каждому из костюмов вы сами сейчас проголосуете, крикните, да? Давайте мы интересное такое, начнем с Юли. Вот, ну я так вот по кругу, вы начинаете. Вы каждый из нас голосуете. Костюм, я бы даже не знал, Саня, это не мужчина. Встань на четвереньки, Саня, она на тебя ногу поставит. Да. Давай, быстро. Это, а вот и кость, смотрите. Сейчас. На ее месте мог быть ты, Валера. Давайте за выиграй! Ура! Не, ну конь всегда побеждает. Саня, ну, он молодец. За костюм блогера будем голосовать? Ну, костюмы блогера будут выходить на номинатор. А как называется у вас фин-клуб? Так, нет, это не в этом клубе. Так, дальше. Как это не в этом? Я видел это. Это, я бы так сказал, костюм тигра. Так, голосуем за него. Дальше костюм, я даже не знаю, как он называется. Собачки. Надо слепого во все костюмы ставить, сразу добавляет 50. Дальше костюм единорога. А давайте я так буду оставлять. Юля, сюда. Единорог сюда. А я потом буду менять. Слепой туда. Так, костюм енот. Ты на плечку повесишь? Я остаемся там. Так, костюм, я так и не понял, Пикачу или кто? Костюм Пикачу. Костюм на Качу. Есть, так, потереби хвостик. Так, итак, костюм нашего Атоса. Ну, наоборот. Да, нашего ведущего. Остаемся здесь. Макс. Итак, Макс, костюм, можешь вырваться вперед, переодень костюм задом наперед. Да, а давайте это будет единый такой комплекс, скажем, Дед Мороз и Снегурочка костюм. Задом наперед. Виталик, так Снегурочка была борода. Есть, пока сюда, а мы потом решим еще раз переголосуем. Давайте, выходите сюда, есть. Так, костюм. Что-то все опять перемелывали. Мы что-то уже придумали сейчас. Вот этот, вот этот. А, понятно. Я думаю, не в этом фильме. Так, давайте два отдельных костюма мы так вот посчитаем, получается. Один, я даже не знаю, это у нас Хэллоуин получается. Какой-то будет. Это Крик, да, из фильма Крик. Костюм из фильма Крик. Я расчистил. Дальше. И костюм, я бы так сказал, это у нас... Мертвого Толика или мертвых духов, скорее. Так, костюм мертвых духов или скрип. Есть, ну так. Дальше. Итак, это у нас будет образ ангела. Да, вот новогодний ангел у нас так. Итак. Есть, ну так. Так, образ, первый раз «Волк во Фрейде» называется, да. Так, волка, одесского волка, скажем, вот так вот. Есть, ну, пока так, слабенько. Без образа, и дальше все. Так, у нас... Я в образе, стой, Это ты в образе блогера постоянно, у нас здесь... Так, а теперь давайте, у нас есть... Раз, два, три, четыре претендента, да, которые, скажем, более-менее приблизились. Давайте. Ну давайте уже вот уже я, потому что я долго буду так выбирать, честно. Но понимаю, но ничего страшного. Дед Мороз, за образ собаки. Образ собаки выиграл слепой. Все, у нас это без конкуренции. Саня, иди подыграй. Ну что, голосуем, давайте. Вот у нас есть четыре образа. Дед Мороз и Снегурочка, Атос, Единорог и образ наездницы. Давайте начнем опять с Юли. Есть. Так, образ Единорога. Есть. Да, ты слышишь, так. А ну, образ нашего...
Артос или Потос? Потоса. Д'Артаньяна будет все. Похудеешь за следующий год. Все, за Портос будет у нас. Все, за Портос. Так, пока там лидирует. Так, Костика отпускаем вот сюда вот у нас. Так, Дед Мороз и Снегурочка. Отпускается, да? Слышите, да? Осталось у нас два претендента, да? Слепой, да ладно! Так, скажем так, возраст, без себя никак, Саня. Опыт и молодежь. Ну, это фора будет, Саня это сразу же. Так, ну что, давайте... Вот так вот, видите, жены своих мужей нагибают, да, вот. Они нагибают и потом вот... Так, начинаем. Образ наездницы Юля и ее форма. Есть, так. И образ единорога. Все слышали? Побеждает наш единорог. Молодец. И для нее такой интересный подарок. Класс, мы поздравляем нашего единорожка, друзья, пожалуйста, поаплодируйте. Валера, давай в костюме нудиста сделаешь фурор. Свои желания, блин, ваши аплодисменты. Вообще шикарно. Можете сорвать аплодисменты, да, прохладно? По Навару, ладно, ребят, вы меня слышите? Давайте минуту внимания, Настя сюда включится, вот, да. Голосуем за Навару. Есть. Так, теперь дальше. Вот все можете посмотреть, увидеть. Вот два конкурента. Я бы так назвал, можно баттл устроить. Они стали друзьями. Молодцы. И вот у нас два конкурента. Я думаю, так и Сузуки Джимми. Давайте два жгу. А теперь ваш голос за нашу новогоднюю елку. За торт. Так, а ну стоп, подожди, помолчи. Вот так, 5 минут, чтобы была тишина от тебя. Спасибо. Так, тихо. Леш, подожди минуту тоже. Подождите. Так, давайте заново. Смотрите, потому что у нас не определились немножко. Мы только что тоже проголосовали. Так, давайте вы хотя бы меня услышите, потому что сейчас хаос у всех начался. Есть, услышали? Так, теперь отдаем ваш голос за автомобиль Ford F-150. Так, я сейчас называю, потому что я по голосу услышал, победил автомобиль Suzuki Jimny, правильно? Все, побеждает наш автомобиль Suzuki Jimny, молодцы! И вам вот такой вот интересный подарок. Это вы? А, я залагал! Давайте, кидай! Место. Поэтому, Андрей, давайте сюда. Как или по трассе проедем? Наша такая... Давай, давай, дай, наяривай, Санек! Давай еще раз, Санек, давай! Конечно. Я хочу покажу! Котячка, вези! Дай, Юля, ты давай прокатся! Не знаю его, так, 50 рублей! Потому что остановись! Я так всех не сгоню! Блин, с этими музонами. В костюме бороды. Ура! Ура! Бородатый, что умеет? Ты что-то не по тем местам ездишь, не по тем странам, Валера. Ну, хорошо, садись. Ты мне понравилось, садись. Давай, давай. Ты очень... легендарность, она уходит. А я говорю, тут все снеги не поедут. Она... Валера, как это ты умудрился? Тихо, 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 заляпаешь всех, Валера. Валера, ты едешь? Также мы за дружеский визит, как на традиции, старый кунь бороды не испортил. 4 на 4, надо просто уметь застревать, почему? Потому что оно в нужном месте.
Блядь, сейчас если не выключится приезжайка, это будет пиздец полный. Да не, ну туда-сюда, посовывайся. Напоминаю, что же у вас машина такая тяжелая? Так у меня же там 20 дембелей внутри. Один. Надо было балласт выкинуть, она поднялась, мы вылетела сама. Поэтому молодцы, поэтому благодарим за это Серегу. И вот за наш дружный визит, наш клуб, который мы обожаем и любим. Это пиздец. Выровняй с руль и вперед-назад. Нет, так а еще понижайка через нейтралку выключается. Через нейтралку, но она может зажата быть трансмиссия, типа. Ну, одна из проблем может быть в том,